У нас 5 июня 2024 год. Продолжаем работы. Ремонтные. Вот тут все мы это сделали. С наклоном, чтобы сюда все уходило. Бровку сделал для тихости, чтобы вода сюда устремлялась. И пошла туда, к воротам. Чего так везде сделать? Вот. И туда уйдет, к воротам она. Брат тут Константин восстанавливает, вернее, очищает после работы. А мы тут решили передвинуть две кучи. Одну с щебенкой, а другую с песком. Да, с верою, с молитвой. Что куча передвигается, когда молишься. Вот так вот нагребаем, а отсюда уже легче лопатой брать. Я. Все. Да. Да, он мне сказал. Вот тут отмостку, еще раз повторюсь, сделали небольшую, где заменяли бревно гнилое. Вот другое мимо бревно вставили. Сделали фундамент под него, подогнали. Вот. Это у нас тут калина цветет. Яблонька. Вот здесь вот убрали то, что лишнее торчало. Надо будет еще подмазать тут. Вот. Лист вставить потом. Ну, вот так вот. Эти доски убрать. Давай, давай, уберем. Вот это собирай сейчас. Да, сейчас соберем доски, уберем, а это на землю. Сюда их, сюда, Максим. Сюда? Сюда, Игорь. А там еще. Убирай там. Она это не терпит. Там еще камушки есть. Там бугор из этого, бугра. Надо туда под щебень загнать ее, под щебень. Немножко под щебень надо загнать. Все, Максим, нагребай. Где наши братья, которые приезжают каждый год, молодые, крепкие? Там земля уже пошла. Когда мы сюда двинемся? Вам отойти надо. Ну все.
слава Богу за все. Надо было с Божьей помощью сделаем. Вода отсюда потекла туда. То есть все сделали правильно, по уровню. И теперь, если там у тебя вот снег, таскать ведрами не надо будет. Все. Говорит, там вот надо сделать яму какая-то. Это уже не мы будем делать. Сделаю, вот и машина пойдет. Еще будет.